топ-7 лучших индикаторов тренда для бинарных опционов. В торговле бинарными опционами для совершения успешных сделок необходимо правильно определять тренд на рынке, как самостоятельно, так и при помощи индикаторов тренда. Но прежде чем использовать трендовые индикаторы, трейдеру стоит понимать самому, что такое тренд, его фазы и сам принцип торговли бинарными опционами по тренду. На нашем сайте есть много обучающих статей по теме тренда и торговли по тренду, а также обучающие видео на канале Win Option Signals в YouTube. Ссылки на указанные обучающие ресурсы будут в описании под этим видео. Существуют довольно эффективные стандартные индикаторы тренда, которые присутствуют в терминале MetaTrader 4. Самыми популярными из них являются полосы Боллинджера, параболик SAR и скользящие средние. Однако есть и авторские трендовые индикаторы, которые были созданы специально для определения тренда и торговли по нему бинарными опционами. И далее мы рассмотрим топ-7 лучших трендовых индикаторов для бинарных опционов, которые вы можете бесплатно скачать с нашего сайта по ссылке в описании. На 7-м месте индикатор True Trend Line. Он является простым индикатором трендовых линий, которые строятся автоматически, вне зависимости от временного диапазона. Поэтому при переключении таймфрейма линии не будут меняться и можно будет видеть истинный тренд. В индикаторе присутствуют различные настройки, которые позволяют включить или выключить автопостроение, включить или выключить быстрый анализ на М1 и М5, настроить цвета и толщину линий. В скачанном архиве для установки в терминал МТ4 будет находиться две версии индикатора True Trend Line, одна из которых имеет встроенные алерты, позволяющие отслеживать касание цены трендовой линии, что и является сигналом для покупки опциона в момент отскока цены от трендовой линии. Индикатор True Trend Line будет очень полезен новичкам, которые хотят научиться строить трендовые линии правильно, так как очень часто появляется соблазн добавить очень много разных линий, которые только запутают и приведут к убыточным сделкам. На 6-м месте индикатор Fiji Trend со встроенными сигналами в виде стрелочек, которые подсказывают, когда сменяется направление движения. Использовать этот индикатор можно как для краткосрочных тенденций, так и для глобальных трендов, потому что основан он на алгоритме скользящих средних. Поэтому, меняя настройки, можно достичь разных показаний, но для максимально эффективной работы будет необходимо потратить время на подбор настроек. Если же будут использоваться стандартные настройки, то можно будет видеть все краткосрочные изменения. В дополнение ко всему, индикатор имеет встроенные алерты, которые оповещают трейдера о смене направления и появлении стрелочек. Рекомендую не сильно полагаться только на данный трендовый индикатор, в силу того, что лучшие результаты в торговле бинарными опционами он показывает вместе с другими индикаторами. На 5-м месте нашего рейтинга трендовый индикатор Silver Trend, который нужно использовать на чистом графике с бесцветными свечами или с линейным графиком, потому что он помечает барры цветом на трендовых участках цены. Плюс этого индикатора в том, что он точно показывает как сам тренд, так и коррекции, которые всегда могут возникать во время сильного движения цены на графике при торговле бинарными опционами. Настроек индикатор имеет немного, но если потратить время на их подбор, то можно будет добиться очень точного отображения тренда на любом рынке и таймфрейме. 4-е место занял индикатор Trend Direction Force Index. Этот трендовый индикатор отлично подойдет для среднесрочного прогнозирования, благодаря тому, что даже при изменении настроек он не становится чувствителен к ценовым колебаниям. Поэтому трейдеры, которые торгуют на часовых графиках, могут эффективно использовать этот индикатор в торговле бинарными опционами. Этот индикатор, если и показывает изменения в тренде, то только тогда, когда они были значительными, а во все остальные моменты линия индикатора будет находиться рядом с нулевым уровнем. На 3-м месте индикатор Trend Strength Trio, состоящий из 3 линий, которые показывают локальное изменение тренда и почти никогда не пересекаются между собой. А это значит, что линии вряд ли основаны на мувингах.
Очень удобно в данном индикаторе отслеживать дивергенции, которые также могут указывать на изменения в тренде. Это делает его универсальным для торговли бинарными опционами. И с помощью него можно не только определять тренд, а и видеть, когда можно войти в сделку. На втором месте индикатор Ozymandias, который является ярким представителем трендовых индикаторов в торговле бинарными опционами, поскольку позволяет видеть как локальные тренды, так и глобальные. Если используются параметры по умолчанию, индикатор видит локальные тренды. А если увеличить переменную в настройках, то индикатор видит глобальные тренды на графике. Этот индикатор крайне прост в использовании и особенно будет понятен новичкам, потому что в настройках присутствует всего один параметр, который можно изменять, что по итогу дает не только направление цены, а и точки входа для входа в сделку при торговле бинарными опционами. И первое место нашего рейтинга занимает индикатор Trend Focus. Этот индикатор визуально напоминает скользящую среднюю, но работает по другому алгоритму, в связи с тем, что в дополнение имеет сигналы, которые говорят о развороте тренда. В настройках индикатора Trend Focus можно поменять как сам период для построения линии, так и настроить алерты оповещения. Чем ниже установленный период в настройках, тем чувствительнее будет индикатор ценовым движением и тем больше будет появляться сигналов на графике при торговле бинарными опционами. Заключение. Как видите, существуют и стандартные индикаторы тренда бинарных опционов, и топ-7 авторских. Конечно же, и стандартные трендовые индикаторы являются эффективными в торговле бинарными опционами, но если их совместить с новыми авторскими индикаторами, то можно получить мощный инструмент для определения тренда и сигналов на любом рынке. Новичкам также стоит помнить о том, что любые индикаторы тренда бинарных опционов сначала стоит протестировать на демо-счету, на разных таймфреймах и с разными экспирациями, чтобы понять все принципы их работы и подобрать для себя те настройки и условия, которые будут максимально соответствовать вашей торговой стратегии. Независимо от того, насколько опытным является трейдер при торговле бинарными опционами, всегда стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента. А торговлю вести только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Если вам понравился этот видеообзор, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать интересные и новые видео из сферы торговли бинарными опционами. А на нашем сайте вы найдете больше полезной и свежей информации о бинарных опционах. Удачи в торговле!